Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в нашу новую рубрику. Какую рубрику и какие тут правила, мы объясним чуть попозже. Ну а, ребята, если вам понравится эта рубрика, и вообще ставьте большущие пальцы вверх, если хотите видеть новую серию как можно скорее. Да, 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия. И мы надеемся то, что эта рубрика вам точно понравится. Мы с Евгением потопали. Потопали, Евгений. Да, мы потопали, еще никто ничего не знает, что мы будем делать, но мы потопали. Ну что, мы, наверное, с вами будем начинать объяснять правила и многое другое, но в первую очередь, ребята, я перед вами хочу немного извиниться. Почему? Потому что я траванулся вчера, и последний раз я кушал, ну, примерно с этого момента где-то 30 часов назад. Ну, то есть мне нереально плохо, я спал сегодня где-то 15 часов. Но все же, ребята, записать для вас видос — это святое дело, поэтому я 100% его запишу на каждый день. Но я просто, ребята, хочу извиниться, то, что я выгляжу на камере как... какой-то живой мертвяк и также себя веду. В любом случае, ребята, видос выходит. Я рад, если вы, конечно же, поставите огромный палец вверх, потому что это такая небольшая новая рубрика. Что мы с Жекой будем делать? Это, как вы видите, лобби билд батла, и нам с Жекой тут нужно построить по одной постройке. Я построил Эйфелеву башню, а Жека там что-то свое построил. И в чем будет суть? Нам с Жекой нужно будет прийти на карту друг друга и угадать, что каждый построил. Но у нас будут завязаны глаза, то есть мы с закрытыми глазами будем угадывать, что там кто-то построил. Вы думаете, что это будет сложно? Я тоже думаю, что это будет сложно, но как-то надо будет угадать, как-то надо будет угадать. Но это еще не все. Там у нас есть вторая комната, где мы еще ничего не строили, и построим мы там на серии. Да, как небольшой билд батл. Но в первую очередь, ребята, мне нужно сейчас будет пойти к Джеке, угадать, что он там построил, а потом мы тыпнемся на мою карту, и он будет угадывать, что я построил. Ребят, не забывайте про лайки, я надеюсь, что я до конца серии не умру, и все будет нормально. А сейчас мы пойдем к Джеке и посмотрим, что он там для меня заготовил. Поехали, поехали! Ну что, Евгений? Принимайте ничего меня. Ничего не видишь, да, Эдисон? Ничего не видишь? Нет, я вижу, но мне как бы... А, ну хорошо, мне уже одевать, да? Да, ты уже одевай. Подожди, как бы, подожди, я сейчас одену. Сейчас все будет, Ой, Эдисон, давай быстрее, я сейчас умру. Ты умираешь, в смысле? Ай, умираю, Эдисон, я умираю. Пойдем, я ни черта не вижу, Так, не ты вижу. Смотришь сейчас вверх. Давай, давай, иди, ну. Вперед. Ага. Левее, давай. Ага. Ты дурак? То есть я еще на кнопку должен нажать, ты вообще да, сумасшедший. Да, давай, иди вперед, я тебе говорю, иди вперед. Чуть правее чуть. Вот, да, нажимай, чисто прямо перед тобой. Я не знаю, где прямо, я как бы ни черта не вижу. Чуть-чуть выше посмотри. Нет, ты ее туда нажал. Да ты пекни меня и все, какая разница. Вы смотрите, он еще и мучает меня, Так, давай. Друзья, вот моя постройка, ты сейчас смотришь не на постройку, если что, ты сейчас смотришь чуть налево, поэтому посмотри чуть правее. Сейчас чтобы, смотрю, ну... да, чтобы да. Видели. В общем, это моя постройка. Я смотрю на постройку. Да, Эдисон сейчас ничего не видит, и он должен будет ее отгадывать. Я имею право отвечать на его вопросы только да или нет, поэтому, Эдисон, задавай вопрос, я буду тебе отвечать. Жека, ты сумасшедший? То есть, ты построил постройку, да? А мне надо угадать, что это такое. Как я угадаю, если я ничего не вижу? Ну, то есть, смотри... Чё за логика? Вопросы задавай, и я тебе буду на них отвечать. Так, хорошо, вопросы, да, значит, вопросы? Да. Значит, вопросы мне надо тебе задавать, вопросики. Хорошо. Да. Это вообще человек? Человек? Да. А, то есть это человек, он живой, живое существо, живое, да? Да. Он ходит, дышит, он час живет, да, в данный момент? Значит, все нормально. Ну, можно сказать так, да. Он знаменитый человек, знаменитый? Ну, слушай, тут довольно-таки спорный вопрос, но я думаю, что да. В смысле, ты думаешь, это как? Ну, я не могу сказать, не могу как бы там рейтинг популярности выдвинуть для этого человека, но я думаю, да, популярный. Популярный в сфере кино? Нет. Музыки? Нет. Игр? Ближе, да, возможно. Игр, значит, игр, да? Мне невозможно отвечать, да или нет? Ну, просто тут как бы сложно, но да. Ну хорошо, да, ага, то есть человек, который популярный. Популярный в сфере игр, да, можно вот так сказать. Да. Он ютубер? Нет. Он задрот какой-то, там, играет во что-то, я не знаю. Нет. Я не знаю, что он там играет. Он существует вообще, он существует в играх, да? Он существует в...
Ну, ты, я тебе только да или нет могу говорить, типа, ну... Ладно, он существует в играх? В игре. А, в игре он существует. А-а-а! То есть... Да. Человек, который популярный, который существует в игре. Ясно. А сколько ему лет? Больше, чем 10? Это у него нет возраста. У него нет возраста. А это как вообще? Это выглядит, когда ты его увидишь. Так, хорошо. Человек, так, уже ближе. Человек, который существует... Ты чтобы твои подписчики нормально увидели? Ты просто так сверху сидишь, смотришь. Человек, который существует в игре. Да, в игре он существует. Да, да. Или этим существом кто-то может стать? Нет, НПС. НПС? Да. В смысле НПС? Откуда я могу знать? Ну бас какой-то, я не знаю. Ну да, я могу только два, да или нет отвечать. Ну бас? Нет. Ну нет. Ну да, но нет. Ну ты уже не двигайся, а то упадёшь. Да нет, ну не, это очень странный вопрос, нубас, ну как, ну я не знаю. Я не знаю, может ты там нуба какого-то построил. Нуба или там ребенка какого-то, я не знаю. Да, вот да, ближе. Ребенок? Ну, что-то похожее, да. В смысле, что-то похожее? Это ребенок! Ну, вообще нет, но он похож на ребенка. Переросток какой-то, я не знаю. Да, это уже ближе. Да не умирай, не умирай. У него есть имя. И ты это имя знаешь. А, тут... Ну, сейчас бы меня оскорбляли, то есть ты там меня, да, построил или... Нет, я построил тебя. Переросток, он в игре Майнкрафт, да? Да. Ребенок. Ты его хорошо знаешь, Женя. Стефан? Да. Да? Да, снимай эту повязку. Вот ты, конечно, дебил же. Это Стефан. Видишь, он похож на ребенка, но он переросток, понимаешь? Переросток. А почему Стефан же не переросток? Ну ты, он в подгузниках ходит. Ну это ты его сделал переростком, а не я его сделал переростком. Так в смысле? Ну у него скин в подгузниках. Не в подгузниках, это в труселях обычных. Нет, он как бы такие еще выпирают у него. Выпирает, потому что в труселях что-то там у него есть, поэтому и выпирает. Да нет, они со всех сторон выпирают. Не летай сверху, ты увидишь мою постройку. Ты уже увидел мою постройку. Я ничего не видел вообще, ну, ничего. Смотри мне, не надо вообще так. Надо тпшиться, а не летать. Да я что-то это забыл. А? Я ничего не видел, я тебе клянусь. Ну так что, я иду к тебе, подожди. Ну давай. Держи! Уходи! Ты готов, Евгений? Ты готов? Давай, пошли на мою постройку. Пошли, я ничего не вижу. Пошли на мою постройку, и сейчас я тебя тпхну. Подожди, я еще не тпхнул тебя, не тпх. Мне двигаться, лучше не двигаться, да? Да, все, я тебя тпхнул, и ты прекрасно видишь мою постройку. Просто прекрасно видишь мою постройку. Да, ну хорошо. Да, так, это живое или не живое? Ну, короче, это живое? Нет. Это какое-то здание. Здание? Да, это какое-то здание. Здание в каком смысле здание? Ну его построили люди. Ну да, его построили. Ну понятно, что его построили люди. Ну то есть это какой-то дом. Возможно, а возможно нет. Скорее или это какое-то офисное здание. Нет. Это какое-то здание, но все равно там живут люди. Живут? Нет, не живут. Никто там не живет. Работают люди. А, хорошо, просто здание, которое никто не живет. Да, просто заброшенное здание. Ага, понял. Сложно. А, хорошо, это здание сделано из дерева? Нет, не из дерева. Угу. Это здание сделано из железа? Да, из железа. Из железа, хорошо. Ну, наверное, я как бы не эксперт, но мне кажется то, что да, из железа. Хорошо, это какое-то новое здание или оно еще издревле? Ну нет, не издревле. Ну как бы не прям новое, но не прям старое. Так тебе скажу. Точно не издревле. Это технологии будущего какие-то. Технологии будущего? Ну я не знаю, но типа это как-то что-то в будущем? Это хорошо, подожди, по-другому вопрос. Это дом из какой-то киновселенной? Нет. Это дом из мультика? Нет. Это дом из... Ну просто дом, который существует? Да. Не дом, а здание. Ты ну, здание. Да, здание, которое существует, да. Так, здание, которое никто не живет, оно реально существует. Ну, то есть, вот прямо вот сейчас, в 2016 году, оно выглядит так, как ты его построил, ну, примерно. Да, так же, да. Я надеюсь, я, конечно, не мастер-строитель, но я надеюсь, что да, то, что так же выглядит. Подожди, это здание находится в Америке? В Америке? Нет, не в Америке. Ну, то есть, это здание находится в какой-то стране?
Ну, наверное, да, как бы. Ну, точно не в космосе, да? Где-то оно находится. Ну, я откуда знаю? Оно вроде... Я видел это здание в реальной жизни? А, в реальной жизни, да, я подумаю. Мне кажется, нет, ты его не видел. Ты его точно не видел. А, то есть, ну, вживую, а на фотографиях где-то видел? А, ну, наверное, да. Мне кажется, то, что да, то, что видел, да. Это какое-то популярное здание. Популярное здание? Да, можно так сказать, популярное, популярное. Ну, то есть, ты уверен, что я его знаю? На миллиард процентов, на миллиард процентов. Как же это сложно. Хорошо. Какие еще можно вопрос задать? Так, хорошо, в этом здании уже давно никто не... Вообще, когда-нибудь там кто-нибудь жил? Нет, нет, никогда. Да пойдем нереально жить. То есть это здание чисто для красоты? Да, можно так сказать, да. Чисто для красоты, вот пришел такой, ай-яй-яй, какое... Чего-чего? Это какая-то башня? Да, это башня, это башня. Это какая-то башня, и... Оно там что-то связано с электричеством? С электричеством? Нет, не связано. Хорошо, значит, это не Останкинская башня. Так, а что это? С электричеством. Не-не-не, там электричества вообще нету, нет электричества. Башня какая-то. Хорошо, с этой башни люди прыгают. Ну, какие-то суицидники явно с нее прыгают. Ну, вообще нет. Вообще нормальный человек с этой башни прыгать 100% не будет, я уверен. Эта башня не во Франции находится. А, во Франции, во Франции. А, ну, то есть на Эйфелевой башне. Ну, типа да, типа того. Ну, ты угадал. Да, ты угадал. Молодец, молодец. Ау, ау, я твою мать, я себе ухо чуть... Ты точно не видел мою постройку? Ничего не видел. Да, да, так, я понимаю. У нас сейчас будет второй уровень, поэтому нам надо сейчас будет построить еще какую-то постройку. Ты готов? Да, готов? Да, я готов, я готов. Давай, да. Только не подглядывать! Я не подглядываю, не подглядываю. Смотри, смотри. Ребята, так как это у нас первая серия данной рубрики, я построю Жеке не очень сложную постройку. Я ему просто построю футболиста, можно сказать вот так. Ну, то есть тут ничего сложного нету. Обычненький футболист. Тут у него будут ноги. Я также, ребята, быстренько вам покажу, как я вообще его буду строить. Ну, чтобы вы видели весь процесс постройки, как это все воплощается в жизнь, можно вот так сказать. Я ему построил ботиночки, я ему построил трусишки, пояс и также торс. И сейчас, ребята, мне нужно ему будет построить красивенькое такое личико, личико. Строим ему личико, строим ему нос, строим ему уши. И также сейчас ему нужно будет построить волосню на голове. Потому что, ну, лысый футболист, это, конечно, круто, но я не хочу, чтобы у меня был лысый футболист. Поэтому я построю что-то другое. А точнее, он у нас будет вот такой прям кучерявый, кучерявый. Так, футболист у нас готов, первый номер, наверное, это будет у нас вратарь, и также, ребята, сейчас надо построить мячик, который просто будет валяться на земле, в принципе, ничего сложного. Мячик я построил, и сейчас я тут построю быстро такую небольшую вышку, чтобы Жека смог смотреть, что это за постройка, и все будет выглядеть примерно вот так, наверное, я тут построю, чтобы Жека все прекрасно видел. Замечательно, ждем, пока Жека построит, и потом... Пойдем к нему, посмотрим, что он там сделал, отгадаем, а потом пригласим его сюда, ко мне, да. Так, ну что, Эдисон, ты готов, ты готов? Я готов, я ничего не вижу, но я готов, я готов. Приступаем. Такая прикольная постройка, сейчас подожди, АТПС, но ты уже надел эту штуку? Да, надел, я уже ничего не вижу. Так, отлично, это хорошо. Ну все, я тебя ТПшнул. Ну. Ну все, давай. А, можно угадывать, да? Это человек? Я тебе так скажу, нет, это не человек, но это есть у человека. Ага, это не человек, но это есть у человека. Да. Так, уже нормально, это не человек, но это есть у человека. Это какой-то предмет, который есть у человека, который человек может купить? Нет. Это не предмет, но это есть у человека. Да, это есть у человека. Это есть у человека как бы биологически, да, там типа тело, там руки. Ага. Это какая-то часть тела? Нет. Ну то есть это там не волосы, не ногти, а что такое? Нет. Это болезнь какая-то? Ну бывает такое, да. В смысле бывает такое? Ну типа... Нет, это не... Ну это не болезнь. Это простуда. Да подожди. Ну типа как я тебе могу сказать? Хорошо, не знаю, что такое слюна? Как это? Это болезнь? Я не знаю. Это сопли, насморк. Да.
Как-то ты быстро спалился, когда сказал, типа, это есть у человека, это я должен сам был. Ну да, но я просто хочу дать подсказку, чтобы... Да, нормально, нормально, Толик. Это как будто змея, знаешь, какая-то, клыки у него такие зеленые. Так, иди забирай свою шляпу, я к тебе не пойду. Да ёкарный бабай. Я к тебе шел, сейчас ты ко мне должен прийти. Слушай, Евгений! Евгений! Да. Я вас... Слушай. А, тут ты уже ничего не видишь, да? Я могу вас тп-хнуть. Да, хорошо, давай, хорошо. Давай. Хорошо. Mm-hmm. Я тп-хнул, и ты смотришь на мою... Да? Да, 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 не двигаться. Ты смотришь на мою постройку. Да. Хорошо, это живое? Да, это живое. Это очень даже живое. Хорошо, это какой-то персонаж? Нет, это не персонаж. Это человек, то есть? Это человек, да. То есть реальный человек, который существует? Да, реальный человек, который существует. Это человек-актер? Нет. Это человек-видеоблогер? Нет, нет, нет. Это... Просто человек, который существует. Это просто человек, который существует. Я этого человека знаю? Это неопределенный человек. Ага, то есть, ну я, кстати, с таким сталкивался. Ну, наверное, да, наверное, да. А, хорошо, это какая-то профессия? Да, это профессия, это профессия. Так это профессия или это человек? Ну, человек, у которого есть профессия. То есть мы как-то называем этого человека, понимаешь? Ага, понял, хорошо. Это человек следит за порядком? Нет, не следит. Он вообще нет, не следит за порядком, не следит. А, то есть наоборот, он за беспорядок? Не-не-не, просто он не имеет никакого отношения к порядку. Ну, то есть это не вор и не милиционер? Нет. Ну, вор — это не профессия, мне кажется, поэтому... Ну, я... Да, ну, хотя да. Так, хорошо. Блин, я не знаю. Этот человек помогает людям? Нет, нет. То есть он не оказывает услугу, нет, что-то нет, там своим чем-то занимается? Нет, нет, нет. Не помогает и не за закон, нет. А этот человек как-то... Он зарабатывает много денег обычно? Да, да. Хорошо. Прям очень много, мне кажется, прям очень много. То есть какой-то, может быть, какой-то банкир, ну хоть не банкир, помогает людям? Нет, нет. Точно не банкир, но зарабатывает до хрена, я тебе так могу сказать. А, хорошо, этот человек кем-то правит? Нет, нет. Никем не вообще правит, никем, есть... вообще никем. Ну, то есть такой-то бизнесмен, я не нет, знаю. Нет, 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 не бизнесмен. Может быть, дворник? Нет, я тебе дам подсказку, потому что ты мне давал подсказку. Он служит в более таких развлекательных целях, понимаешь? Это клоун? Нет. Ну, я сказал, зарабатывает много. До хренище просто. Да хренище, ну это видеоблогер. Нет, нет. Ну хорошо, так. В развлекательных целях. Да. Подожди. Да, да. Может, он певец? Нет, нет. Да, в развлекательных целях. Еще может быть развлекательные цели. То есть люди приходят, чтобы на него посмотреть. Я тебе говорю, даю еще одну подсказочку. Ну. Он в основном работает не сам. То есть у него есть команда, с которой он работает, с которой он развлекает людей. Подожди, а это какая-то интеллектуальная работа или нет, больше нет, нет. Физическая? Больше физическая, физическая. То есть, да. Может быть, это какой-то спортсмен? Да, да. Спортсмен? Да. Какой спортсмен развлекает людей? Танцор какой-то? Нет, нет, нет. Ты запомни, вспоминай, что я говорил. На него люди приходят смотреть. Он работает в команде, он зарабатывает до хрена. Футболист? Футболист! Футболист! Молодец! Да, футболист. Ну, а почему тогда развлекает людей? Ну, потому что как бы, а футбол — это не развлекательное, да, мероприятие, на которое люди приходят там поболеть, да, вперед, вперед! За свою команду. Ну, это не развлекательное, это развлекательное. Ну да, ну типа это, я просто показал, что типа ты про кого-то шута говоришь, типа, на котором поржать да, какой-то. Нет. Ну, в принципе, с нашими футболистами русскими. Вот да, именно. На них приходят посмотреть, только посмеяться. И зарабатывают они до хрена. Начнем с этого. Да, зарабатывают до хрена. В общем, Евгений, я вас жду. Тут овечка вас тоже уже ждет, ходит, ходит. Ну сами не так, вот не ладно, не важно. Это мое место, это мое, я ж тут сижу. Я даже ничего не садился. Да. Ребята, мы хотим сказать огромное спасибо, то, что посмотрели нашу новую рубрику. Слава богу, то, что мы на этой серии, в принципе, не рипнулись, потому что я болею, Жека болеет. Но это все хорошо, это все хорошо. Ребята, ставьте огромные пальцы вверх, давайте наберем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином. И я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия. Я локтем ударился. Ладно, ребята, да, пишите ваши комментарии. Я пошел. До свидания. До свидания.